еще не пришедшую к нему свободу в передвижении. Мне кажется, он очень органично смотрелся в этой программе. Вот, я ничего не могу, поэтому это может сказать, быть, скрыто. За счет того, что сумели скрыть. За счет того, что сумели скрыть, это были быстренькие смешные движения и абсолютно были с музыкой. Куда абсолютно двинуться Джулиано Сёгин и Чарли Белладо, смотрим прямо сейчас. Спортсмены, которые выиграли «Скейт Америка» 2 недели назад, но которые воспользовались ошибками наших Евгении Тарасова и Владимира Морозова в произвольной программе. Ну, шпагат, 2 оборота. Внешнее впечатление совсем другое. По сравнению с тем, что было только что у Алены. Что случилось? Вторая подряд сильная пара падает на параллельном прыжке. На сей раз на Ринбергере. Из Канады приехали, акклиматизация. Сложный заход. Вы говорите, что они обыграли наших Тарасова-Морозова. Они, в принципе, не могут их обыграть, только когда те ошибутся. Ну, те очень сильно ошиблись. У очень сильно. Не было фактически вот раз, 3 элементов произвольных. Вот 2, вот 3. А вот 4. И хороший выход. Тут они сделали 4 оборота. В близких танцевальных позициях. Это добавит им уровень к дорожке. Когда так падают, знаете, у нас все говорят, как подкошенные. Так они падали, как подкошенные. Джулиан Сёгин, Шарли Белладо. Видите, в Канаде получается очень... Вот, Алена же тоже в Канаде тренируется. И у себя в Германии. Как бы не, ну, не у себя в Германии, а в Германии. И, ну, у себя в Германии. Ну, у себя уже, конечно, уже у себя. Да. Уже не на Украине. Много лет. Или в Украине, не знаю, как правильно сказать. Я по-русски говорю. Вот. Я тоже стараюсь. Значит, на. Да. Видите, у них такое направление на короткую программу, чтобы было весело. Да, уже не первый раз. Да. Не первый год уже они. Ну, когда весело, должны быть элементы все идеально сделаны. Я вообще не поняла. У одного 2,5, у другого 2. Его полтора, она полтора только сделала, она не докрутила 2 оборота. Нет, двойной поставили. Все так немножко, знаете, выученное.
как бы и уровни есть на каких-то отдельных элементах. Но мастерства настоящего парного мастерства не видно. Только вот тонус, я считаю. Маленький еще. Парный элемент, который делается очень хорошо. И партнером, за счет того, что партнер высокий, а она крошка. Она совсем крошечная. Она крошка, да. Стоят прямо по три оборота спокойно. Это нам показывают работу конька. Потому что вот эти элементы, которые нам показывают, и судят судьи. Элементы, из которых состоит дорожка шагов. Да? И если там, например, вместо крюка ты сделал выкрюк или какую-нибудь тройку просто, потому что тебя там шатнуло, или ты нечисто вышел на ребра, то тебе этот элемент снимается. И так с четвертого уровня снимается, до второго доходит. Ну вот доснимались до 61 балла Джулиана Сагин и Чарли Белудо, канадец как-никак. И в итоге сейчас они проигрывают Савченко Массо очень много, но они много проигрывали и Тарасову, и Морозову. Так что пока воздержимся от далеко идущих выводов. Ну, их нельзя сравнивать по уровню, конечно. Катание, чтобы они